Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как правильно выучить команду змейка. Нам всего лишь нужна вкусняшка и, конечно же, собачка. Арчи! Лично. Заинтересовываем собачку вкусняшками, так, чтобы она реагировала на них. Делаем шаг вперед и выводим под коленкой. Вот так вот. Валим. Делаем второй шаг. Снова выводим. И хвалим. Молодец. Арчи. Давай, змейка. Не забываем давать голосовую команду. Арчи. Змейка. Хорошо, да. Теперь еще раз, но быстрее. Арчи. Змейка. 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 Ай, хорошо. Молодец. Когда собака хорошо освоит это движение, мы уже будем хвалить ее не за то, что она выполняет одно отдельное движение, а за количество. Арчи. Арчи. Давай. Змейка. Выводим. Змейка. Змейка. И хвалим. Молодец. Арчи. Так, змейка. 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 Валим. На основе этой команды мы можем выучить еще одну команду. Команду 8. Арчи. 8. Ай, хорошо, да. 8. Нет, 8. Да. 8. Ай, молодец, да. 8. Хорошо. 8. Обязательно наклоняем ногу, чтобы собаке был рефлекс. Арчи, 8. Да. 8. Нет. Всем пока и до новых встреч. Арчи, пока.